На самом деле повышенной кислотности вообще-то не бывает. Если мы возьмем с вами линейку, я вот, к сожалению, сегодня без линейки, такой у меня день, штангенциркуль на работе есть, а линейки нет. Смотрите, у нее есть шкала, да, вот, и шкала у нас от 1 до 14, и семерка посередине. Семерка – это нейтральная среда, здесь у нас щелочная, а здесь кислая. И вот шкала начинается с единицы и заканчивается 14. И если мы будем мерить pH в желудке, то там pH 1,2. То есть вот такая вот, почти по самому максимуму. Куда еще повышеннее это? Более повышенной кислотности не существует, друзья мои. Поэтому это первое заблуждение, которое здесь есть. Вот об этом мы подробно говорим на гастрогруппе и решаем вопрос, почему появляется вот это вот, появляется этот термин повышенной кислотности, и что с ним делать на самом-то деле. Потому что как только мы начинаем думать, что это все из-за повышенной кислотности, мы уже наступили на дорогу сплошных заблуждений, потому что ее в принципе-то и не существует. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.